Добрый день, дамы и господа, с вами снова Дита. И если вы еще не купили себе платье на Новый год, то вам нужно смотреть мое видео или скорее бежать в H&M. Я, правда, обещала, что новогодних платьев больше не будет, но это не примерки, а просто я пробегала мимо H&M и заметила на окне вот огромный такой плакат. Вот сейчас я вам покажу. 60% скидок при Boxing Day. Boxing Day в Канаде – это наша такая черная пятница, которая в этом году не состоится, потому что нас закрывают как раз в этот день, нас закрывают на локдаун, что очень жалко, потому что обычно в этот день были очень большие скидки везде. Мы бегали по магазинам и, в общем, наслаждались и получали удовольствие от шопинга. А в этом году нас закрывают, поэтому не решили, видимо, сделать скидки до наступления локдауна. И вот в H&M просто очень дешевые цены, все по полцены, но не все, очень много по полцены, и вообще очень большие скидки распродажи. Многие вещи эти я вам показывала, я уже их снимала, и сейчас вот они на сейле, и я хотела вам показать. Если вы вот что-то вам понравилось из моих предыдущих обзоров, то вы можете сейчас купить, это очень выгодно. Я думаю, что это не только у нас, я думаю, что везде начались эти распродажи предновогодние. А вы помните это платье, оно было довольно дорогое, сейчас оно, по-моему, стоит, да, $30 вместо 60, это, в общем, достаточно большая скидка. Это не новогоднее, не совсем, вернее, новогоднее платье. Но если оно вам понравилось, то сейчас вы можете его приобрести по довольно такой хорошей цене. Вот это платье я даже не помню, я, если честно, его не видела. Но сейчас оно просто стоит вообще полной копейки, $13. По-моему, для Нового года очень хороший вариант. Оно нарядное, но в меру. Вот это кружево добавляет нарядности, но на самом деле никаких блесток, пайеток. Если вы это не любите, то вот как раз такое платье вам очень подойдет. Причем за такие деньги действительно его можно одеть один раз и потом особенно не париться, что с ним делать. Но, если честно, мне кажется, что его можно не один раз надеть, потому что оно, ну, нарядное, но не прям такое, знаете, новогоднее-новогоднее. А вот это уже новогоднее-новогоднее, это уже блестки-пайетки, вот все, что мы любим. Правда, блестки-пайетки черного цвета, они как бы немножко такие более скромные, менее яркие, но, тем не менее, достаточно нарядно. Это, кстати, вот это кружевное платье, такое с золотым кружевом, черное с золотом кружево, тоже сейчас довольно дешевое, довольно хорошая цена на него. И, в общем, если вы хотите, то как раз хорошее время сейчас покупать такие вещи, особенно если учесть, что такие вещи мы надеваем очень редко. Может быть, до следующего Нового года она будет висеть в шкафу, то заплатить намного меньше, чем была первоначальная цена. По-моему, это очень хорошая идея, и, в принципе, не обязательно надевать его на Новый год, а можно надевать на какие-то другие праздники, мероприятия, которые, я очень надеюсь, уверена, в конце концов состоятся, и мы, в конце концов, начнем праздновать и веселиться, так как мы это делали до этого года. Я очень надеюсь, что следующий год будет намного лучше вот этого, нынешнего года. И понадобятся нам все эти платья, все эти наряды. Мне хочется так думать, иначе становится очень-очень грустно. Но давайте не будем о грустном, а вернемся к нашим блесткам и пайеткам. Это платье я тоже вам показывала. Это бархатное платье. Оно с такими металлическими, металлообразующими, вернее, такими, знаете, точечками. Оно не очень нарядное, вернее, оно нарядное, но такое простое совсем платье, но, знаете, в принципе, так вот для не очень яркого образа вполне-вполне сгодится. Это очередное тоже платье в пайетках, только немножко другое, чем было вот предыдущее, которое я вам показывала. Стоит оно чуть-чуть подороже, но оно и качеством получше, и, в общем, блестит прям, ну, блестит так, знаете, как диско-бол такой, только черного цвета. Кстати, я вам хочу сказать, пайетки вот именно черного цвета я как бы больше люблю по той причине, что они полнят. Пайетки вообще добавляют веса и объема, поэтому если они еще и не черные, то они добавляют очень много веса и объема. Вот это платье тоже, кстати, я вам показывала, с такими интересными рукавами, с разрезом, с запахом таким. И сейчас оно тоже стоит вообще там сущие копейки какие-то. Оно и было не очень дорогое, а сейчас вообще, можно сказать, практически даром. Оно немножко такое с люрексом, поэтому, в принципе, вполне сойдет за новогоднее платье. Это платье не совсем праздничное или нарядное, но оно мне понравилось, оно интересное.
тем, что интересная расцветка, такая немножко мрачноватая, но хороший такой фасончик с резиночкой на талии и с рукавом. И очень интересно сделана у него спинка. Если вы видите, на талии оно так разрезано и сделано такой, знаете, декольте на спине. Хороший фасон для молодых девочек, для стройных, с красивой спиной, с красивой талией, совсем неплохо. Ну и это платье, конечно, я вам тоже его показывала, вы, наверное, его помните. Сейчас оно стоит $40, стоило 60, и вот эти вот очень красивые голливудские рукава, как я их назвала, почему-то навели они мне какие-то, знаете, голливудские фильмы 30-40-х годов, там вот были вот в моде тогда как раз такие рукава, и вот эти вот блестки, все, конечно, очень-очень нарядное, очень праздничное платье. Это очень похожее, но с рукавом другим, обычный рукав, круглый вырез, тоже очень красивое, очень симпатичное платье, тоже сейчас по $40, стоило оно, по-моему, 70, то есть оно было еще дороже. Но, правда, я должна отметить, что вот эти вот платья как раз относятся к разряду платьев, которые очень добавляют объем любой даме, потому что светлые пайетки, они как бы, уж не знаю, в чем дело, но пайетки очень-очень добавляют объем, поэтому с этим надо быть осторожным и как бы внимательно смотреть и примерять. А вот эти вот свитера Пола тоже, значит, сейчас на сейле, они были в H&M, белые, бежевые и такого очень красивого голубого василькового цвета с очень красивыми пуговичками жемчужными, со стразами. Вышли они сейчас на сейл, на распродажу. И единственное, что вот в том магазине, где я была, остались только очень-очень большие размеры, так что вот не очень повезло. А вот это платье тоже можно, в принципе, отнести его к нарядному, хотя блесток и пайеток на нем нету, но это такое, знаете, платье-парашют с точечкой такой прозрачной. То есть, в принципе, как бы, если добавить красивые украшения, красивую обувь, то оно вполне может сойти за праздничное платье, вот в силу вот этой вот прозрачности своей. А это та самая юбка-пачка, которую я вам тоже показывала в одном из моих предыдущих видео. Сейчас они тоже на распродаже. Как написала одна моя очень милая зрительница с прекрасным чувством юмора, что юбка-пачка — это новая жизнь для старой шторы. Это очень смешно на самом деле. Ну и, в общем, как бы похоже на правду, действительно. А, кстати, эту юбку я тоже показывала вам в одном из своих видео. Не в последних, а в каких-то там предыдущих, я уже не помню, в H&M, она сейчас $24, $25. Юбка очень симпатичная, тоже это же не новогодняя, как бы, но вообще, в принципе, как юбка, она очень даже ничего, у нее красивая расцветка, высокий пояс, такой, знаете, завязывающийся на талии, с бантом, она, по-моему, на запахе. Интересная вещь, очень красивая, по-моему, ее можно очень хорошо обыграть с подходящим свитером. И вот это вот пальто, тоже я его как-то примеряла, оно очень хорошо выглядит, очень красивое. Распродажа на него сейчас началась, сейл небольшой, скидка небольшая, оно, в принципе, всего лишь $10, но приятно, лучше, чем ничего. И, опять же, к сожалению, остались только ХХЛ размеры, Double X, extra-extra large. Очень большое оно, и как бы так вот не пришлось мне его купить, потому что размерчик, конечно, не подходящий, но тем не менее. Все, девушки, за сим закончу. И если вы действительно еще не купили себе платье на Новый год, то в H&M сейчас очень хорошие распродажи. Вот хотела вам показать и рассказать, что если вы как бы не знаете, то, может быть, для вас это будет ново и интересно. Все, всего доброго. Увидимся в следующем видео. Люблю, целую. Пока-пока, бай.